Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Кривого Рога. С компанией Dedalus Holding знаком уже 2 года, я и моя семья. Но самый яркий результат, который меня вдохновляет как родителя, это результат моего сына, на тот момент его было 7 лет. Проблема была, заключалась в том, что были проблемы с мочеиспусканием. Мы проходили много диагностик в традиционной медицине, делали много УЗИ, проходили лечение. Проблема не уходила, она на какое-то время останавливалась, ну а потом с новой силой возвращалась. Пройдя тестирование в компании Dedalus Holding, консилиум врачей, это Ибрахимова Рамиля Варавильевна, Куц Людмила Александровна, Пивнева Наталья Викторовна, Щербакова Мария Евгеньевна, нашли проблему, которая, в принципе, вообще нестандартная. У моего сына на тот момент в предстательной железе было скопление хельминтов. Это вообще нонсенс такой проблемы. Благодаря врачам выставили на приборе АП нужные программы в течение 2 месяцев, от данной проблемы избавились. Сейчас сыну 9 лет, он активно занимается плаванием. Проблема ушла безвозвратно. Всем желаю хорошего здоровья. Большая благодарность всем, кто меня познакомил с данными технологиями и разработчиков данных приборов и технологий, которые дают такие поразительные результаты. До свидания.